Пока первая молекула не вышла на рынок, ни у кого не было возможности познакомиться с этим минималистичным чудесным ароматом. Молекула 01 ISO-E Super — это, наверное, лучший синтетический аромат, который я когда-либо встречал. Многогранный, привлекательный, сияющий. Большего и не пожелать. Мне пришла в голову идея создать аромат, состоящий только из одного компонента, и ничто не могло бы остановить меня. Никто раньше не делал этого. Многие возненавидели меня за то, что эта идея пришла мне в голову, а не им. Другие же признавали: «Черт возьми, это здорово!» Парфюмерия — это химия, ставшая искусством. Когда я встретился с исследователем запахов доктором Хаттом, он показал мне все ингредиенты, которые он тестировал, чтобы понять, как отреагирует клетка, если ввести в нее крохотную дозу. Я спросил его: «Почему бы тебе не протестировать что-то по-настоящему классное?» Я дал ему несколько компонентов. Когда мы встретились в следующий раз, я спросил его, какая была реакция на ISO-E Super. И он ответил: «Клетки начали танцевать. Вещество стимулирует рецепторы феромонов. И если этого недостаточно, то я не знаю, что тогда». Эсцентрик — это дань уважения молекуле. Я просто вдыхаю молекулу, и она решает, как будет пролегать путь к лучшему аромату. В основе Эсцентрик 01 лежит, конечно же, ISO-E Super. Эсцентрик 02 — это своего рода антидот к 01. Он основан на амброксане, но нам были нужны интересные верхние ноты. Поэтому мы выбрали запахи газировки на травах, джин-тоника и запах макбука. Эсцентрик 03 — это дань уважения корню ветивера. Я хотел показать, как хорошо корни могут сочетаться вместе. Поэтому он состоит из ветивера, корня фиалки и имбиря. Молекула 04 — это еванол, отличный одорант, чрезвычайно элегантный, с древесными нотами. Один из, наверное, самых элегантных и один из самых популярных среди тех, которые используют как женскую ноту. Все это завершается иррациональным моментом, когда я замечаю только аромат. И не вижу ни людей, ни то, что вокруг меня. Не замечаю ни еду, ни искусство, ни литературу, ни что-либо еще. Идея чего-то простого, но прекрасного, мне кажется поразительной. Молекула 01 была создана для тех, кто не собирался носить парфюм. Она для творцов, для музыкантов, для чудаков, для художников, для тех, кто мыслит не как все. Оборачиваясь назад, мы видим, что люди этого ждали. Мир так сложен, появилось столько всего, чего не было еще 10 или 20 лет назад. В нашей жизни всего стало больше, чем раньше. И мне кажется, если что-то может упростить ее и сделать вещи более понятными, я думаю, это очень ценно.